Вначале небольшая справка. В городе Оленегорске Мурманской области Ледовый дворец вмещает 1200 зрителей. Здесь занимаются 8 кандидатов в мастера спорта, 20 перворазрядников и 130 ребят из детской спортивной школы. Тренируют фигуристов Людмила Владимировна и Борис Михайлович Чистяковы. Часто можно увидеть здесь и Тамару Николаевну Москвину, заслуженного тренера РСФСР. Она приезжает сюда из Ленинграда готовить своих питомцев Ирину Воробьеву и Игоря Лисовского. Ведущие мастера фигурного катания, неоднократные призеры всесоюзных и международных соревнований готовятся в Оленегорске к новым встречам сильнейших фигуристов.